Георгича машина сломалась. Русская классика. Привет, друзья, меня зовут Лошкарев Андрей, это проект «Все по уму настройки». Сегодня я приехал на каркасный дом на продажу. Сегодня у нас 30 января 2016 года, в Санкт-Петербурге прекрасная погода. У нас сегодня плюс 6. Представляете, где-то неделю назад, наверное, дней 10 было минус 30, сегодня плюс 6. Короче, у нас очень сильно прыгает температура. Вот, сегодня у нас, видите, тут все тает. Наш чудесный, красивый дом в сером цвете. Сегодня не очень рабочий день. Сегодня работает здесь один Георгич, занимается уборкой. Тут много надо всякого вот такой штуковины всякой поубирать. Вот, готовит площадку для марш-броска в понедельник. Вот. Я сюда приехал на встречу с представителем завода Grand Line. Это завод, на котором мы... Ой, это производитель сайдинга и крыши, и водосточки, которые мы здесь использовали. Как вы помните, я вам говорил, что когда представители завода посмотрели мой сюжет о том, как я монтировал сайдинг, вот, они, соответственно, позвонили, сказали, что Андрей, есть косяки, есть недочеты, нужно про это обязательно рассказать, потому что тебя смотрит большое количество людей, и они могут делать точно так же и неправильно. Я был очень удивлен, потому что сайдинга мы, в принципе, монтируем немного, но я думаю, что я здесь сделал все правильно. Ну, вам показал. Особых комментариев там не было, то есть вроде все сделали правильно. Я говорю, хорошо, приезжайте, давайте покажете мои недочеты, мои ошибки, разберемся с ситуацией. Короче, они приехали, я не приехал в тот день, так получилось. Они, короче, здесь походили, помучили немножко Георгича вопросами, посмотрели дом, вот, и мы передоговорились на сегодня. Вот. И сегодня, вот 30 января, мне удалось подъехать, встретиться. Ну и парень тоже с завода приехал. Сейчас Георгич ему показывает наш замечательный дом. Георгич, вы где? Здесь. Занёшь? Семен, да, выходи. Приветствую. Здорово. Здорово. Так, сейчас солнце светит. Прямо в глаз? Да. Когда едешь на Кавказ. Семен, завод Grand Line. Да. Расскажи, чем ты занимаешься там? Слушай, я занимаюсь обучением монтажников в первую очередь. Монтажников и торговых агентов. Ну, сейчас большей частью зима, заказов нет, поэтому народ ездит учиться. Поэтому всех могу и тебя тоже к нам пригласить. А здесь я для того, чтобы рассказать тебе, как я недоволен результатом твоего видео. А почему тебя прислали? То есть у вас же по гарантии кто-то другой, по косякам другой ездит? Или ты и ездишь, и ругаешься? Я езжу в том числе и по претензиям. Мне это моя не основная работа, но порой приходится и смотреть. Давай начнем, потому что у меня есть много к тебе вопросов. Времени мало, да. Итак, значит, самое первое, с чего нужно начать? При анализе того, хорошо ли построено или плохо, это метод пальминга. От слова английского пальм, ладонь. Пальминг? Пальминг, ладонь, ладонирование. Короче, мы начнем с косяков, да? Да, я хочу так сказать. Буквально на ладони. И ты довольный, что ты сейчас будешь меня унижать. Да, потер руками руки и приготовился. Этот косяк я нашел самым первым. А, ты самый первый. Самый первый. Поэтому самый первый про него расскажу. Я прикладываю руки к дому. Так. Внимательно слушаю, что дом мне говорит о том, кто его строил. Лошкарев Андрей. Лошкарев Андрей. Проект «Все по уму настройки». Что? Класс. А теперь смотрим. У тебя здесь стопудово находится обрешетина. А давай посмотрим, где находится следующая.
Сайдинг прогибается. Ну так его нельзя, он на той сайдинг, что на него не надо облокачиваться. Давай сначала посмотрим, какое расстояние между обрешетками. Вот здесь уже не прогибается. Вот здесь еще кое-как, а вот тут все. Расстояние между обрешетками, вот оно. Ну да. Что-то мне подсказывает, что если по инструкции 30-40, совсем у тебя обрешетка не по инструкции. Подожди, для каркасника нужно 60. Какие 30-40? 60. Для каркасника. Ну, каркас у нас стойки через 60. А почему тут 30-40? Смотри, я не хочу тебе сейчас залечивать, если ребята правильно по инструкции вот так, неправильно так, но если просто уйти в сухие цифры, практически в любой инструкции найдешь цифру 30-40 сантиметров между обрешетками. А у тебя, насколько я понимаю, каркасник и стойки у тебя стоят через... 60. И ты на них прямо и долбанул обрешетку. Да. Ты подожди, про какую инструкцию? Ты про инструкцию сайдинга говоришь? Про инструкцию по сайдингу, да. То есть сайдинг рекомендуется монтировать через 30? 30-40. А, так а я говорю про инструкцию про каркасник. Мы продав... Я понял. Вещи. Не, мы инструкцию по сайдингу вообще не смотрели. Ну, в смысле, мы смотрели ее, как вот какие планки, как защелкиваются. А там про обрешетку еще что-то сказано? Там сказано в начале, на первых двух страницах про обрешетку. Ладно, давай к делу. Если по-честному, понятно, что дом у тебя, точнее, сайдинг у тебя не отвалится, все не рухнет, да, там, на следующий день, если ты сделал больше обрешетку. Но есть следующий момент. Некоторые люди, пользователи сайдинга, да, говорят, что вот я к нему там условно зимой облокотился, он мне весь растрескался. Я так и говорю, что на сайдинг лучше не облокачиваться. Потому что ты обрешетку делаешь, не 30-40. А вот те, кто делает обрешетку по инструкции, к примеру, если у человека там есть возможность это сделать, например, на тот же там газобетон, да, поставить обрешетку более частую, то и при нагрузке у него будет прогиб не такой глубокий. Логично, если меньше расстояние. Меньше. Короче, ты хочешь сказать, что сайдинг – это не совсем дешевый материал эконом-класса, что если поставить обрешетку правильно через 30 сантиметров, на него можно облокачиваться, то есть этот косяк уйдет. Он будет менее выражен. Все равно сайдинг по зиме хрупкий, это надо понимать. Но то, что он станет менее, ну, вот таким… Ну, ладно тебе, ну, хорошо, да. Ну, ясно. Окей, давай дальше пройдемся. Что мне еще интересно, что еще мы можем выяснить с помощью ладони? Ладони, рук. Все потирает руки. Пойдем посмотрим, как же ты сделал сайдинг. Короче, давай резюмируем первый косяк, что у меня неправильно стоит обрешетка под сайдинг. Ее нужно делать через 30-40 сантиметров. Именно для того, чтобы на сайдинг можно было облокачиваться, там, не знаю, какое-то воздействие, спотыкаться об него, облокачиваться и так далее. Дети на него будут что-то его толкать, бить в стену. То есть будет не так страшно, он будет не такой ломкий. Значит, далее. Насколько ты знаешь, и в твоем видео, кстати, об этом было сказано, что саморезы нельзя докручивать до конца. Да, мы до конца они их не закручиваем. Но знает ли клиент, докрутил ли их до конца строитель? Это тоже надо проверить. Итак, панель должна свободно ходить вправо-влево. Это понятно, да. Но честный зритель сразу скажет, ребят, панель-то коротковата, что-то как-то... Ну, мелко. Давай попробуем настоящую твою панель какую-нибудь найти. Длинную, подвигай длинную. Подвигай длинную. Вот это будет уже честный прием. И здесь честно об этом поговорим. Вот смотри, вот эта панель двигается крайне плохо и тяжело. Но она длинная. А нет? Вот посмотри вот на эту. А вот эта двигается легко. Это не от того, что она длинная или короткая. От того, что она прикручена правильно и не затянута. А давай посмотрим здесь. Не двигаются. А здесь вообще короче. Видишь? И здесь не двигаются. И здесь не двигается. То есть какие-то двигаются, какие-то нет. Ну да. Не, ну здесь есть небольшой зазор, наверное, перетянули, поэтому она и не двигается. Слушай, ну если ты большую двигаешь, а короткую нет, ну да. Смотри. Короче, это чревато чем? Что сейчас зима, сайдинг скукоженный, по весне, по лету он пойдет волнами. Может пойти волнами, да, если он прижат плотно. Значит, для тех, кто строит сам, я дам такой совет. Чтобы не перетягивать сайдинг, под головку самореза кладется либо спичка, либо какая-нибудь там 5-копеечная монета, условно, чтобы докрутил так до Не контролировать. Да, чтобы этот зазор заранее чем-то выставить. Вот, собственно, можно такой приемчик. У тебя какие-то панели двигаются, какие-то нет. Поэтому, Андрей... Ты понял? Короче, надо будет... Ну, мы же на продажу делаем. Я не говорю тому, что мы плохо делаем. Я говорю к тому, что если вдруг мы продадим его уже к лету, то если мне придется переделать, мне тут что, разбирать нужно все? Можно как-то вытащить одну конкретную панель?
Значит, тебе крайне повезло, что ты взял именно виниловый сайдинг. В том числе есть специальный инструмент для демонтажа одной панели. А что значит повезло? Что значит, есть другой сайдинг какой-то? Ну, к примеру, на металлическом сайдинге это нереально сделать. Был бы у тебя металл... Железный сайдинг. Да, да. А виниловый можно демонтировать одну панель. Специальный инструмент в виде крюка подцепляется. Одна панель вытаскивается из замка, не ломая его. Собственно, аккуратненько. И можно выкрутить с помощью панель. Короче, есть инструмент, крюк такой специальный. Можно без проблем вытаскивать любую панель на фасаде, конкретную. Да. И менять ее, или перекрутить ее правильно. По сути, да. Да. Ты привез его сегодня? Я, честно, не привез его тебе. Ладно. Но я тебе привезу его по весне, когда ты будешь... Переделывать сайдинг? Да. Но у меня теперь телефон-то есть, я тебе... Класс. Значит, что еще интересного? Хочется мне показать тебе. Так, с панели мы подвигали. Так, да. Давай пройдемся вокруг вообще дома. Чего не касаешься, все у меня все, это... Все ломается. Давай последний прием, который я делаю с помощью пальминга. Пальминга? Наш, да, прием с ладонями. Я легко ладонью прикасаюсь к приоконной планке. Получается, мне кажется, вот так. Ну ты даешь. Ну, конечно, можно выдрать что угодно, но вот по жизни когда такие ситуации могут быть, что кто-то будет идти плечом, зацепит за обналичку? А, может быть и такое. Ну а что плохого? Ну они так и цепляются, вставляются просто, вот взяли, вставили, финишные. Ну так же в инструкции сказано, мы правильно все по инструкции сделали. Значит, смотри, в чем косяк? Здесь нужно понимать следующее, отвечу на вопросы по порядку. Первое. Специально, конечно, никто никогда не делает, как никто никогда не специально не облокачивается на сайдинг так, чтобы он треснул. Второе. Есть температурное расширение, и все равно эта планочка достаточно ходит, бродит, колобродит. То есть, может, у нас наверху так выскакивает. Ну, все равно это, скажем так, все эстетика. Для того, чтобы было действительно по инструкции, действительно камильфо, я тебе привез инструмент интересный. А у вас это в инструкции сказано? Да. Георгий, где у нас инструкция по сайдингу? Есть у нас? Я покажу прям даже. Мне просто жутко интересно, что это все есть? Ну-ка, принеси. Несите книжку. Ну-ка, сейчас. Итак. Давай. Что надо делать? Надо сделать зацеп. Что мы должны были сделать по инструкции? Смотри, эта штука называется просекатель насечек. Необходимо сделать зацепы, которые не дадут планке, широкой ее части, выйти из финишной обратно. То есть не дадут сделать вот так. Ага, значит, сейчас мы попробуем. Делается отверстие каждые 10 сантиметров. Собственно, вот таким пробойником. Я думаю, понятно. Я постараюсь сделать аккуратно немножко, потому что, видишь, планка уже прикручена. Делается это до монтажа. И, наверное, все-таки... А, то есть мы сначала подготовили планку. Мы же ее все равно вот пилим, режем где-то рядышком. Потом на земле. Напросекали. Напросекали, а потом вставили и, собственно, вот все висели. Значит, что здесь важно? Сейчас не теплое время года. Вот эти вот просечки, что они дают? Они, я так понимаю, язычок дают, да? Давай попробуем просто. Единственное, что сейчас холодно, и вот мы должны... Конечно. У тебя дыра. У меня получилось отверстие. Ну-ка, давай. Аккуратно. Вот, должен получиться язычок. Вот он у меня в руках остался. Давай пробую еще разок. Но у меня такое ощущение, что у меня не получится это сделать на холоде. Вот видишь, ну действительно, он просто высекает ее. Ну да. Значит, по логике... А задумка какая, да? Задумка. Давай попробую еще раз, последний может быть. Ну, давай, на удачу. На удачу. Задумка вот такая остается. Выскочил. У меня остался, да, вообще, в инструменте. Но. Остается, значит, маленький кусочек сайдинга, который, условно, стоит перпендикулярно. И Язычок. Как язычок, да, и при вставке. Но мы наколотили тут не через 10 сантиметров. Ну да, мы, естественно, попробовали. А хотя, судя, вот маленький язычок даже получился. Смотри, и вот, заходя в финишку... И он защелкнется, и да? И он защелкивается, да, и условно не дает обратно, сделав по всей длине... всей приоконки, но условно это обеспечит некоторую чуть-чуть большую ее устойчивость финишки. Вот это важно. Короче, вот все окна мы, соответственно, неправильно сделали. Мы неправильно сделали эту самую вот ветровую торцевую планку, да? Она у нас тоже вставляется вот по линии. Поэтому тогда вот у Георгиевича она и выскочила. Я ругался, чтобы он вставил. То есть она бы не выскочила, если бы мы просекатель вот это сделали. Так, подаришь? Я тебе никогда. Продам. Продам. Ты что принес? Так это же книжка. А инструкция где? Да нет у нас ничего. Да?
Слушай, есть, а ты... Есть просекатели. Есть? Вот они. Они какие-то другого вида. А, они плоские. Короче, вот такой вот язычок должен, да, в рассекателе появиться? Да. У меня вот его отрывало. А вот, вот это вот крючок, который ты... Для демонтажа. А это перфоратор отверстия, насколько я правильно понимаю. Угу. Да. И вот это все у вас есть. Это можно купить, кто хочет вот сайдингом профессионально заниматься. Это... Но мы попросим это подарок. Это все есть. Мало того, есть не только условно в наших магазинах. Я понимаю, что там условно за каждым магазином ехать это неудобно. Есть у любого нашего дилера. А вот сеть распространения достаточно большая. То есть условно везде, где работают с гранатами, где знают это имя, где покупают эту продукцию, можно найти этот специальный инструмент. Инструмент, да. Пойдем дальше, я принес тебе еще пару шуток. Ибо я здесь был заранее. А ну покажи. Вот с обрешеткой. Что там нам вот говорили 30-40? Где тут обрешетка? Ну так вот только что я ее видел. Давай, Георгич, оставим, он нам покажет момент. Пойдем, я тебе покажу еще один косячок. Давай. Короче, друзья, кто хочет заниматься сайдингом, представь, но я этот весь инструмент получу, конечно, у нас он будет. Вот, в наличии, что сайдинг мы делаем не последний раз. Короче, должен быть инструмент, который позволит осуществлять качественный монтаж. В частности, вот этот просекатель, я думаю, я согласен, что в этом есть косяк наш, что мы его не используем. А дверь у тебя такая останется? Нет, нет, мы поменяем его. Поменяешь дверь? Ну, чтобы красиво. Ну, мы здесь наличники не поставили, да, в этом косяк? Ну, или просто, что-то да, здесь? Мне интересно, когда ты поставишь дверь, ты не забудешь про красивые наличники из винила. Это не будет вот такая вот дворная железятина, да? Да, не будет. Хорошо. Ой-ой-ой. Работает? Да, что? Смотри, очень часто я вижу техническое решение такое. Ну, отлично, это садовые. Это дрель. Насколько я не могу сразу прям вот даже понять, по какому лекалу вы это делали, чем вырезали. Итак, смотри. В чем косяк? Я сам не помню. Все очень... тоже температурное расширение. Смотри, у тебя здесь даже уже сейчас видно, Саня на трубу поднатянулся. А когда он расширится в еще более теплую погоду... Ну, вырежем больше дырку. И у тебя получится отверстие? Ну, в простонародье дырка. Дырка в простонародье. Так вот, но... это... Ну, скажем так, если ты... Ну, я согласен, что это такой косяк, что здесь вот и здесь пойдет панель, тогда горбится. То есть вот все, все неправильно. То есть если сайдинг вот гуляющий, да, здесь мы взяли его и зафиксировали, грубо говоря. То есть да, здесь это не особо... приемлемо. Скажу сразу, не смертельно, но все-таки есть культурное решение из стран первого мира. Это в первую очередь проходки. Наверное, ты слышал про кровельные проходки, есть и проходки для сайдинга. Вот, к примеру, это проходка для шланга из стены. Кстати, на удивление, в цвет, хотя мне кажется, здесь пошла бы белая, чтобы подчеркнуть. Сейчас солнце светит сильно. Да, по-моему, серый цвет у нас такой есть. Это проходка для садового, вот для этого, да? Для шланга? Абсолютно правильно. Эта проходка, она разъединяется. Разъединим ее? Давай, покажи. Давай разъединим. Так-с. Собственно, здесь две защелочки. А, сюда просто сайдинг подходит, как к обычному окну, как грубо говоря. Как по сути, да. Давай мы его разберем. Раз. Угу. Вот, по сути, у тебя сначала вот, эти лепестки, он крепится уже к стене. Угу. Ну, это получается, как оконные проемы, нужно это отделать до сайдинга. Да. То есть все вот эти вот, вот эту штуку мы прикрепили. Угу. Окна тоже вот эту наличники, углы прикрепили, а то, что в первую очередь. Сайдинг. А потом начинаем уже сайдинг сюда подводить, и он уже красиво подойдет вот к этому элементу. Да, элементы эти называются Мид-Америка. Собственно, в городе их ты можно. Называешь бренд, а других нету? Слушай, я называю бренд, который мы, по крайней мере, продаем. Элементы компании Мид-Америка делала достаточно давно. Я не хочу давать рекламу, но, по большому счету, это просто то, что проще всего найти. Про такую штуку, я думаю, в большинстве магазинов и так никто не слышал. Ну, я и в магазинах не видел, чтобы дополнительные аксессуары продавали такие. Вот. А я еще, если еще говорить про разбрендовку, то это, скажем так, и так редкий товар, а еще редкий бренд называть. Не, я просто знаю, что бывает такое, что бренд, если не назовешь, его вообще не найдут, потому что только один бренд на рынке присутствует. Или аксессуары есть разные. Я скажу сразу, по проходным вот этим всяким элементам для фасада я, кроме брендов Мид-Америка, не знаю. А, ясно. По крайней мере, другие мы не продаем. Ясно. А так, сама компания Grand Line не делает вот эти? Слушай, мы не делаем эти элементы. Мы их закупаем, продаем, храним. Короче, друзья, вот бренд Mid America делает такие аксессуары. Я так понимаю, с Америки, да, американские эти
да? По сути, исходя из названия, да. Да, да, да. Сайдинг вообще же американский. Здесь, соответственно, у нас на территории России вот продаются такие аксессуары. То есть наши российские компании делают непосредственно сайдинг, там какие-то аксессуары, а вот эти вещи завозят. Ну, я напомню, сайдинг Grand Line называется Grand Line America, так что... А, тоже Grand Line. Да, здесь все серьезно. Ну, ладно, ладно, с краном я понял. У нас он, надо спросить, у нас, по-моему, он один. Вот. Ты же мне эту штуку оставишь, мы ее я сюда... Я тебе ее подгоню к моменту, когда ты будешь демонтировать часть стены. А, ты это все сегодня заберешь. Я тебе, ну, о чем это пылиться? Я тебе вместе с инструментом для демонтажа это привезу. А, ну ладно, я хорошо. Тебе... Договорились. Сколько? Короче, забирает он сегодня заберу эту штуку. Заберу это сегодня, да. Ладно. Ты что, ее не поставишь без инструмента? Итак, ну кстати, говоря, может, ради интереса проверим и здесь панельки? Ну-ка, одну-две. Андрей, у меня что? Плохие новости. Не начинай. Не начинать? Ну-ка, давай вот это. Он что, вот прям реально там 4-метровая панель должна двигаться? Я не дюймовочка. Ну там же двигалась на том фасаде. Ну на том двигалась. Ну видишь. Ладно, давай весны. Вот двигается, кстати. А, ну ты одну панельку нашел. Да. Одна двигается. Итак. Короче, вот из этого там 1.5 метра двигается всего одна панель у нас. Ладно, посмотрим весной. Да, но, давай к этому вопросу. Ну, будет косяк, я переберем, ну что поделать. Давай посмотрим еще кое-чего. Здесь ну, кстати, он косящий, он будет кривой сайдинг, конечно, это надо сделать, перебрать, потому что кривой вот этот волнистый, весь вид дома портит. А сейчас он, вот, красота. Плюс вы его укладывали в минус, я напомню. То есть... Слушай, что-то мне не нравятся софиты какие-то. Это самое они. Слушай, то ли горбыль. Я обратил внимание сразу. А где у тебя? Бля, что это такое? Ой, Андрей. Коричневая какая-то хрень. Андрей, погоди секунду. У меня целая куча вопросов. Что это за... Во-первых, перехлёсты на софитах, откуда они здесь взялись? Это так софит смонтировал весело? Ну, у нас идет горизонтально софит, вот нормальный перехлест. Ну да, он не совсем красиво выглядит с этой стороны, ага. А с другой будет красиво выглядеть. С другой стороны. На самом деле вопрос эстетики, у тебя все функционально будет так же функционировать, как и на обычном монтаже, но для разговора, для тех, кто не хочет вот такого перехлеста, софиты монтируются, ну, скажем так... Ну, вот как у нас вот здесь, вот как у нас... Да, то есть вот здесь. Ну, у меня логика была такая, у нас идет вот такой порядок с этой стороны, и он продолжается туда, над свес. Ну, я согласен, нахлёст выглядит, мягко говоря, некрасиво. И плюс ко всему, просто по углу подрежется, там закроются жейфасками, а дурацкий вопрос, что у тебя из этого нахлёста вытекает. И рядом с ним. А, да, что это за коричневая херня? Ну, видите, давай. Друзья, какие-то коричневые пятна. Вот. По фасаду коричневая какая-то штука. Слушай, ну у нас наверху ничего, у нас только изоплат коричневый. Заплат. Что, изоплата, ну, а что, изоплата? Новое изоплата. Дерево за год вряд ли так сделает. Слушай, на чердак-то можем вылезти? Можем, давай. Можем. А выходы у тебя вентиляционные где? Какие? Не, ну у нас канализационный выход мы еще не сделали. Но я все. А какие? Фронтоне? Какой фронтон? Я ничего не вижу. Фронтонные выходы. На фронтоне выход должен быть? Воздух не помешает. Влажность. Слушай, у нас там такой маленький чердак. Нужна ли там вентиляция? А давай залезем на чердачок. Что-то у меня такое ощущение, что... Ты хочешь сказать, что вот эта коричневая жидкость на софитах, это из чердака течет? Может, это там на крышу? Нет, откуда? Не, ну там может протечка на крыше. Давай залезем, посмотрим. Ладно, да. Есть выход? Да, есть. Лесенка есть? Да, есть. А, ну вот лестница. Георгич! Он что-то делал здесь, наверное. Так. Это пеноплекс вместо люка, да? Ну, утепленный, да, у нас я здесь. Я первый, сейчас... ты второй? Блин, камера запотела. Так, сейчас надо туда, наверное, этот... Ну, ты ее выключи, иначе мы не залезем. Я точно не залезу. Слушай, не-не-не, подожди, надо ее, это самое, поправить. Ну, ты толкни люк. Вот. Поставь удобно. Пустой. Да-да-да, пустой чего, поставь. Ну что, большие мужчины полезут по маленькой лестнице. Ну, посмотри там, что там, посмотри, а я потом. Андрей, ну, а если меня будет? Уволят из-за производственной травмы, полученные выходные. Я тебя первый раз вижу. Я скажу, не приезжал никто. Андрей, я тебя сдам.
Версию дам. Так, посмотрим. А там свет нужен? У меня на телефоне есть. А. Так а что ты там увидишь? Думаешь, что там протекает? Если протекало, у нас бы капало бы на голову. Капает на свет. Дай-ка я отсюда посмотрю. Так. Андрей? Чего? Андрей, не хочешь подняться? Я хочу подняться. Мне жутко интересно, что там. Там есть место? Есть. Для двоих крупных мужчин. Сейчас я возьму переноску, чтобы свет, а то в камеру не видно ничего будет. Чего-чего? В камеру видно. Не, или видно будет? Видно. Дурацкий вопрос. Подожди. Сейчас я залезу. Давай. Тебе дать один из пеноплексов, чтобы было поудобнее? Так. Не, сидеть. Я тут постою. Ты свети вот куда-нибудь. Тебе не в глаза. Да. Слушай, не видно. Сейчас давай, я Георгиевича попрошу, чтобы он мне переноску. Да? Да, не видно в камеру ничего. А мне уже кое-что видно. Ну, скажи мне, я у пока... У тебя весь изоплат мокрый, если ты... Давай я подзалезу вглубь. Весь изоплат мокрый? Вообще, дурацкий вопрос, где у тебя здесь выход для воздуха? У тебя влажность копится. Посмотри на пол, сколько влаги. Сейчас, подожди, я переноску, это уже интересно. Так. Это что такое? Блин. Это твой люк, которым мы закрывали проход. А, это верхняя часть. Он подожди, а что ты говоришь? А вот посмотри вот сюда теперь. Коричневые капли. Ну да, капает на утеплитель. А что с изоплатом? Ну-ка. А теперь потрогай его, смотри, он здесь слоился. Мокрый? Да? Насквозь мокрый изоплат? Смотри, вот он. Он должен быть вот таким? Нет. Ты же его когда клал, он другой? Слушай, ну... Был формата. Короче... Мы вентиляцию грибы, мы думали чуть попозже сделать. Ну сколько тут прошло с утеплением? 2 месяца. Неужели за 2 месяца столько конденсата собралось? Получается, да. Ну смотри, этот дом делал ты лично, он не ворованный и не найден на улице, поэтому ну, ты сам... Мы хотели вентиляцию сделать вверх, когда можно будет туда залезть, когда, ну там, по весне. Потерпеть там. Весна уже пришла. Вопрос в этом. Самое страшное для время для, скажем так, для крыши, когда конденсата реально много, это момент перехода через ноль. Собственно, у нас, как ты помнишь, было недавно и плюс, и минус, и все на свете. Ну, минус 30 было. А потом резко у нас сейчас сколько на улице? Плюс 6. О чем и разговор? Собственно, у тебя конденсат, пожалуйста, весь. Вы заплатите. Дурацкий вопрос. Где он у тебя? Как он у тебя отсюда выходит на улицу? Изоплат? Ну, как бы твой этот самый... Воздух? Твой конденсат, да. Никак не выходит. Кроме он, скорее всего, я думаю, что он намок насквозь. Если он насквозь намок, смотри. Да я вижу. Вот. Если он насквозь намок, то, соответственно, он, наверное, снаружи и капает. По нему и бежит вот эта коричневая влага, которая идет с софиты. И либо он идет вот по утеплителю. Более того, смотри, коричневый накапало и даже здесь, то есть, видишь, прямо на утеплитель. Ну да, капли. Вот они, друзья, эти коричневые капли, которые мы на фасаде видим. Это у нас идет через по намокшему изоплату, причем намокшему изнутри. Синктура, кстати, мокрая, потрогай ее. Не верь мне на слово. Да, да, я чувствую, да, изоплат мокрый. Руками чувствую. Ну что, надо грибы тогда цеплять? Надо или... делать вентиляцию подкольного пространства. И желательно, я бы еще как пробил можно. Бы где-нибудь отверстие для выхода воздуха. Либо через крышу наверх, либо вывел бы вытяжку, либо просто бы отверстие из чердака наверх, либо сделал бы их во фронтонах. И для этого есть тогда тоже специальные проходные элементы для вентиляции. У меня их с собой нет, но... Слушай, наверное... Ладно, ну насчет вентиляции я согласен, что просто мы ее отсрочили на 3 месяца. И за 3 месяца, вот за месяц здесь реально получается вот такая вот херня. Ой. Мы же не ругаемся матом. Ставь 18+. 18+. Дети... Что, Георгич? Я говорил, надо делать вентиляцию сразу. Ты говоришь, зима закончится, сделаем, ничего не случится. Чердак маленький. На. Сделаем, все пройдет нормально. Все пройдет нормально. Короче, надо во фронтонах. Сейчас на крышу, конечно, ковырять не знают. Мы будем подумаем или в крыше будем делать вент-проход.
или все-таки во фронтонах, то есть вот когда в скворечнике, с двух сторон. В скворечниках, но я думаю тоже, да, чтобы крышу не дырявить, лучше, кстати, да, Семен. Да. Такая, ну есть у них, наверное. Есть же у вас, да, красивые эти проходки во фронтонах? Мы крышу дырявить не будем. Давай я спущусь, не буду думать о своей жизни так много, как сейчас, и поговорю с тобой. Короче, да, вентиляция обязательно нужна в срочном порядке, но я думаю, что мы крышу саму ковырять не будем делать вентиляцию в крышу, не хочу я дырявить металлочерепицу, мы ее сделаем во фронтоне, то есть с двух сторон. Вот дырку реально вырежем с одной стороны, с другой стороны. Это сделать и проще, и у нас теплоизоляция дома не будет страдать, потому что у нас чердак-то холодный, и вот... Вот здесь вырежем, и с другой стороны у нас будет сквозной проход. Слушай, я все, я уже решил, мы крышу, конечно, крышу не хочется дырявить за лишний раз. Я понял. Лучше у нас, тем более он холодный, да. У нас стена-то утепленная, вот если в стену ковырять, не хотелось бы. А так как у нас там вот как раз треугольник у нас холодный, без проблем эта дырка будет. Слушай, есть любых форм, восьмиугольные, ромбовидные. Но у нас в центре идет стойка, вот где. Можно у нас надо две маленькие. Два по бокам для полного, скажем так, для полной эстетики. Для феншуя. Для феншуя. Я думаю, восьмиугольные белого цвета вполне прекрасно подойдут. Монтируется, как ты уже понял. Да просто. Просто. Да. И все окей. Фу, не ожидал я такого. Ладненько. Неприятно, конечно. Ну, кровельная вентиляция вещь важная, да и вообще вентиляция — это одна из самых частых причин, когда выходит из строя. Утеплитель, конечно, в первую очередь это очень неприятно. Нифига себе, мне просто мне интересно, что он так настолько... Ну блин, ну 2 месяца тут теплых прошло всего. Да за 2 месяца насквозь намокнуть так, что у нас даже выступил вот здесь. То есть он прям коричневый. Его так много, что его так он начал капать. Да. Уже оттуда. Кстати, можно еще одну маленькую претензию, раз уж я начал. Давай, жги. Гадости? Ну все, ну, уже понеслись. Давай. Ну, это не функционально, не страшно, но все-таки, ну можно же было, ну, хоть что? Белым-то же, да? И профилем. Ну, ё-моё, ну Андрей. Придрался вот к этому щиту, что обойти его хотя бы джерейками, да, или что? Ну, хотя бы джерейками, да, ну аккуратненько, ну. Это не смертельно, это денег не потребует, но... Ну да, красота в мелочах. Красота в мелочах, дьявол тоже. Поэтому мелочи — это наше все. Слушай, так, ну что, все или... Котельную хотел посмотреть. Котельную я в личном порядке потом еще заеду. Я себе хочу делать. Он это самое... Воодушевился. А, ты тоже хочешь дом себе построить? Мы отлично строим дома. Да? Да. Сколько за квадрат? Вы? Так. Георгиевич, я погодя. Георгиевич, давай закончу я сейчас по косякам и... Ой-ой-ой, какая что хорошая там? Котельная. Не, да? Могу, нравится. Недорого для тебя. Знаешь, ладно. Сколько стоит после этой фразы? Два раза дороже, ладно. На самом деле, мне хочется сказать, что я и тебя лично, и всех, кто смотрит видео, хотел бы пригласить на наши семинары. Скажу сразу, они бесплатные и для монтажников в первую очередь. Но все, на все по уму не бывает бесплатно. Давай хотя бы по рублю сделаем. Или у вас... По рублю. Давай так, все, кто приедут, с собой два ролла суши. Можно так. Два ролла суши? Два ролла суши. Что монтажник, который идет суши, это самое красивое, что я когда-либо видел в жизни. С утра просекаем, а потом за обедом суши. Они все с обедами? Я думаю, да. На самом деле нет, мы еще и угостим обедом. Так что... Ладно, короче, бесплатно. Главное, короче, друзья, я объясню, почему я против бесплатной халявы. Мы как-то собирали вебинар, зарегистрировалось бесплатно 1500 человек. Я решил, что чтобы не было... ну и, соответственно, люди много задавали глупых вопросов. И я видел, что много лишних людей, которым нафиг ничего не нужно. И мы следующий вебинар сделали по рублю. Нужен было заплатить всего 1 рубль, то есть вот предпринять какие-то усилия. И уже пришло вместо 1500 48 человек. Поэтому, ну, чтобы у вас не было... Я понял, не было очередей. Да, очередей. Ладно, бесплатно так бесплатно, еще и кормите. Так а что вы на этих семинарах рассказываете? Слушай, семинары на самом деле являются частью нашего большого плана, потому чтобы сделать стройку более культурной,
у нас для строителей первое – это семинар, второе – самых лучших мы отбираем в клуб монтажников. Подожди, это для строителей или для заказчиков? Для строителей. То есть мне интересно… А, у вас семинары для строителей. В первую очередь, потому что, если условно говоря, в чем проблема? Почему ты не поставил эту проходку? К примеру, да, там, ну, к примеру, проходку для шланга. Мы хотели… А, для шланга? Для шланга. Ты знал, что она есть? Нет. А тем более ты знал, как она монтируется хотя бы издалека. Ну да. Когда человек один-два раза, который монтирует сайдинг, хотя бы попробует просто это сделать вживую, то страх это сделать пропадает, значит, клиент в конце концов в итоге получает все аккуратно сделанное, в полном комплекте дом, с полным, скажем так. Так а у вас как, вот это однодневная школа или у вас там можно потренироваться? Нет, настоящая стенка угловая, у меня, правда, сипушная, не каркасная, там, собственно, обрешетка на ней. Перед семинаром я условно спрашиваю, ребята, что мы делаем сегодня, что вы хотите узнать за этот день. К примеру, если народ говорит, ну, к примеру, мы сегодня хотим кровлю, мы идем там к станку с кровлей. Хотим фасад, идем к фасаду. А, у вас же еще крыши. Конечно, у нас крыши, фасады и забор. Ты про школу монтажа, по вашей всей продукции говоришь. Да, да, ясно. И там есть у меня и сайдинг. Если условно придут люди, запишутся на группу, к примеру, по монтажу сайдинга, мы сможем и проходки сделать вот эти вот интересные подшланги и проходки под фронтонный выход вентиляции и, я не знаю, и сам сайдинг, и как проверять, как не проверять, какие инструменты, как монтировать, как демонтировать. Ладно, я понял. Когда это? По каким дням там? Что там? Слушай, на самом деле, самым простым решением будет не парить мозг потребителю, сказать, что у нас есть сайт, там есть онлайн-помощник, туда прям пишите, ребят, хочу на семинар в Петербурге. А, у вас нет странички какой-то? Отдельный прям вот... Короче, на сайт Grandline заходишь сайт Grandline, и, да, и пишешь, хочу учиться монтажу. Хочу учиться монтажу, да, по сути... И с ним созвоняться, и ему да, все это. Да. Короче, друзья, по поводу школы, значит, нет страницы на сайте отдельной, но вы сделаете, школу открыли, а страницу не сделали. Скажем так, пока что семинары, скажем так, очень закрытая часть, пока только в качестве эксперимента, это первый год. А, она у вас только открылась, что ли? Да, она только открылась, поэтому, смотришь, я, может быть, не до конца готов к прям полномасштабному нашествию, поэтому пока те, кто через твое видео узнает, тех я с удовольствием себе. Короче, рассказали, что научат правильному монтажу сайдинга, а тут же говорят, что это пока ограниченный эксперимент, поэтому... Только для моих зрителей. Короче, страницы на сайте у них нет, школа есть, так что звоните, записывайтесь, учитесь правильному монтажу сайдинга. Ну, у тебя все, закончились к нам претензии? Или пока, или ты сейчас... Вроде что? Бы все, да я больше помимо, что привязываться не буду. Конечно, могу сказать, что мне вот этот ваш профиль не нравится, вот который у тебя рядом с проемом, как-то он по диагонали, ну, не знаю, может быть, поаккуратнее, еще всякие мелочи. На самом деле, самое главное, как прикручен сайдинг, с этим где-то есть, где-то нет. Но мы 5 косяков серьезных таких нашли, и, соответственно... Я думаю, к весне мы с тобой еще снова здесь встретимся. Я привезу тебе инструментов, привезу тебе разные интересные штуки, может, даже приму участие. Ладно. Мы практикантов, лучших выпускников школы вашей. Они потренируются и потренируются разбирать, собирать... А, кстати, можно практическую школу у тебя устроить здесь? Не, ну, вдруг меня до лета купят, но если вдруг... А хотя заказчику же надо будет переделать по гарантии, если вдруг пойдет косяки. Почему нет? Так что мы здесь устроим, как я придумал, почти бесплатно реализовать. Да, я прям вижу твое... Коммерческую жилку. Довольное коммерческое выражение лица. Короче, ладно, посмотрим, как получится. В любом случае, конечно же, все косяки буду исправлять. Вот, так что я думаю, короче, друзья, не косящие, вы сегодня увидели достаточно серьезные промахи мои, вот, самый большой для меня промах, самый страшный, это с вентиляцией, я очень удивлен, что так получилось, из-за какого-то банального отсутствия, банального отверстия на фронтоне, вот, соответственно, будем разбираться с этими всеми проблемами, все исправим, все наладим. Семен, спасибо тебе большое. Андрей? Вот, ты даже не сильно много злорадствовал. Да? Да. Я сдерживался. Сдерживался? Ладно, спасибо, увидимся. Ох, какой ты засвеченный-то у нас. Да? Смотрите, самое главное, сам ты ко мне. Все, спасибо, Семен. Приедешь на семинар? Я, конечно, приеду, надо же получить. Тебе тогда спасибо, что пригласил, и заезжай ко мне. Слушай, да, а когда у вас сейчас ближайшая школа какая-нибудь? Значит, смотри, открытые группы у нас каждую пятницу. То есть каждую пятницу у меня день монтажа. Ага.
Собственно, вопрос в наполненности групп. Я, к сожалению, организационный вопрос точно тебе не скажу. Ты можешь написать на сайте, или я тебе позвоню, к примеру, в понедельник уже в личном порядке, и мы с тобой все решим. Хорошо. Ладно, затещу, проверим, чему вы там учите. Класс. Сможете ли вы удивить опытного строителя? Ладно, опытный строитель, давай. Давай, пока. Поехали. Ну все, друзья, на сегодня это все. Вот такой получился выпуск. Косяки на стройке, на моей стройке. А что вы тут делаете? Стеж-пример ставим. Помнишь, у нас на морозе не получалось сделать просечки? А, вот вы теплые нашли? Да, мы, собственно, взяли в помещение, и получается следующее. Смотри, раз, два, три, слушай, четыре, нормально. Пять и так далее. Вот молодцы. Такие должны получаться штуковины. Вот такие получаются засечки, да? Да подожди, да? Георгий, сейчас. Ну, вот здесь кривовастенько, это надо понимать. А вот тут уже нормальненький, видишь, уже хрен оторвешь. Это здесь она лежала или сколько она прожила? Она здесь. Положили в тепло. А сколько она? 10 минут прошло или сколько? Ну, 15, 10, наверное, 10. Может. 10-15. Короче, все работает. Да, то есть. Угу. Пока, друзья. Все, руку жал. Пока.